Так, всем привет! И вы на моем канале ПС Драко. И сегодня мы будем гулять. Как видите, я уже на улице. Итак, начинаем нашу... Так, у нас сейчас осень как бы. И там вот видно... Так, стоп. Вороны покоряют мир. Как бы вон там вот стадо ворон. Потом еще там. Вороны покоряют мир. Нифига себе! Везде походу вороны только. Все, что осталось от снега. Но, походу уже тучи и надвигается дождь, так что... Предположим, что дождь идет и очень сильный ветер. Вон там дождь, в общем, сейчас идет. Вот мы и внутри. А теперь посмотрим в окно, потому что был недавно большой ливень. Да. Посмотрим в окно, сколько капель. Ой. Сосчитайте и напишите в комментарии, сколько там капель. Вот. А теперь смотрим. Ну вот столько и капель. Очень красивый вид. Хочу сказать, если со скапелями. Еще что я сказала посчитать, это была шутка, потому что их невозможно как бы пересчитать. Их довольно очень много, да. Лайк, если любишь YouTube или подушки такие. Но если у вас нету даже подушек, все равно. Если вам нравятся подушки такие, смайлы или какашки, есть такие, потому что... Вот, поставь лайк обязательно. Вот. Но если вы сейчас думаете, что это конец видео, то это неправда. Сейчас еще будет. Да. Так. Я хочу сказать, пишите в комментарии, какие бы вы хотели бы видео и... Там, ну, разные какие бы вы хотели бы видео или там продолжение или типа того. В общем, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментарии, потому что я люблю почитать, но да, потому что я бываю на других видео, читаю комментарии, только это не мои, но все равно. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментарии. И не забудьте написать, какое бы вы хотели бы видео. Пока, целую вас. Пока. Люблю вас.